Дорогие друзья, перед вами Hummer H2 2004 года выпуска. Под капотом у нас бензиновый двигатель объемом 6 литров и мощностью 315 лошадиных сил. Колеса 24 диаметра с тормозной системой Brembo. Автомобиль у нас полностью в индивидуальном стиле, оклеен виниловой пленкой серого цвета. Светодиодная люстра на крыше. Мощная и крутая аудиосистема. Выдвижные пороги. Все двери автомобиля оснащены доводчиками. Салон полностью перешит натуральной кожей. Сиденье автомобиля у нас от BMW 7 серии с электрорегулировкой и памятью. Блок управления пневмоподвеской и также климат-контролем. Камера кругового обзора 360 градусов и также люк. А на заднем ряду пассажирам будет очень комфортно и удобно проводить время в поездке, так как у них присутствует холодильник, подлокотник с управлением сидений, также с бардачком и подстаканниками. Если вас заинтересовал данный автомобиль, приезжай к нам в автосалон ProTuning Auto Trade.